Установление сотрудничества, планирование совместной деятельности, обмен опытом. С такой целью в Актюбинскую область приехали лидеры неправительственных организаций Кызылординской области. В течение 3 дней гостей ожидает насыщенная программа. К слову, в нашем регионе на сегодняшний день зарегистрировано 776 НПО. Из них активно работающих в различных направлениях насчитывается более 150. В рамках визита на протяжении 3 дней пройдет школа НПО. Мы будем вместе обсуждать такие вопросы, как написание проектов, организационное развитие, построение команды. Также мы посетим ряд объектов наших, которые работают в социальной сфере. Мы сегодня стали свидетелями активного развития гражданского общества в Актюбинской области, активного вовлечения молодежи в проекты, пенсионеров, людей социально уязвимых в проекты гражданского общества к Актюбинской области. Для нас это большой интерес. Что касается Кызылординской области, сегодня в Кызылординской области зарегистрировано официально 1004 общественных организаций, фондов, то есть это институты гражданского общества. Из них активными действующими более 300 организаций являются,